Быстрее ставь лайк, если надоела школа! Друзья, всем здорова! С вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Happy Wheels. Друзья, я приготовил для вас очень много классных, интересных уровней. И первый уровень на сегодня, друзья, у нас Pogo Fight. И давайте попробуем его пройти. Друзья, поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, мне будет безумно приятно. Ну что ж, полетели. Первое препятствие я прошел. Аккуратненько перепрыгиваем деда. Ё-моё, ребят, посмотрите, какой там мужик. Сколько у него всяких оружий. Ребята, стой, голову беречь. Хорошо. Подождите, хорошо же или нет? Стоп! Мне ж нужно как-то выбраться вообще! Все, ребят, походу мне хана. Ё-моё, друзья, да, похоже, все. Ну-ка, может, мы сможем выбраться, ребят, как-нибудь, чудом каким-нибудь? Но, по-моему, ребят, все. А, нет, слушайте, выбрался. Я выбрался, друзья, но вот это, конечно, блин, все, ладно, лучше сделать рестарт, ребят. К сожалению, очень много всяких разных острых предметов, друзья, я там в себя просто понацеплял. Ладно, попробуем со второго раза, друзья. Итак, тихо-тихо-тихо, топор! Вау! Блин, ребят, ну топор к себе, друзья, прицепили. Просто в мясо. Да, ребят, вот это невероятно сложный Pogo файтик. Сейчас будем потеть, будем пробовать его проходить. Есть, тихо-тихо, чё с секирой? Чё она к нам прилипла, ребят, так сильно? Так, стоп, 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 стоп. Выпрыгиваем, топор, нужно как-то подпрыгнуть. Ребята, ну блин, ё-моё, это просто непроходимо. Друзья, это невероятно. Офигеть. Вот отсюда, да, прыгаем. Оба. Хорошо, ладно, может задеть вот так? Ага, понятно, понятно. Задел, друзья, называется, на свою голову, но мы до сюда ни разу не доходили, ребят. Возможно, есть шанс пройти. Ну-ка, оу, стоп, голову, голову беречь, голову, голову, голову беречь. А как подпрыгнуть? Вот, ребят, надо где-то найти место, чтобы прыгнуть. Блин, мне еще мешает, короче, ребят, я не могу достать полностью до земли, чтобы подпрыгнуть. Офигеть, друзья, ну-ка. Ну-ка, как прыгнуть? Надо вот эти вилы подвинуть, друзья. Они нам мешают, мы из-за них не можем нормально оттолкнуться. Ну нет! Так, друзья, погнали. Отлично, хорошо, шикарно. Прыгаем еще раз. Фу, хорошо, хорошо, стоять. Так, вот тут деда, друзья. Есть, перепрыгнул. Дальше, этого мужика, друзья. Как его нужно проходить, ребят? Вот реально, это ж невероятно сложно. Оба. Так, тихо-тихо-тихо. Может, вот отсюда, друзья, как-нибудь реально сверху. Самое главное, чтобы у нас получилось прыгнуть. И прыжочек! Перелетаем Санту, друзья, и прыгаем дальше. Фух, я вижу уже финиш, друзья. Есть, мы справились. Это было невероятно потно. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Погнали к следующим уровням. Итак, ребятки, давненько мы не кидали с вами мячи. Погнали. Так, три мячика я еще заработал. О, я открыл вин, друзья. Разблокировал смерть. О, жестко. Да, ребят, с первого раза, к сожалению, мы не прошли. А там у нас просто, да, шарик упал вниз. Понятно, что такое Билли. А, это парень у нас... попал к нам. Смотрите, вин я попал, но он был закрыт, друзья. И еще раз закрыт. Надо кидать в анлок вин, ребят. Ё-моё, а все, мы не пройдем. Понятно. Ладно, ребят, погнали. Фух, закидываем. Куда? Хелп есть. Отлично. Вин, откройся вот сейчас. Хорошо. Осталось только закинуть, друзья, вин. Это же не так сложно. Мы уже столько раз туда закидывали. И полетели. Есть! Отлично! Прошли, друзья! Вот такой вот босс роу. Погнали к следующему уровню. Итак, ребята, на этом уровне нам нужно кататься на велике. Вот стрелочка вперед-назад, друзья. Или что, мы должны куда-то падать? Посмотрите, друзья! Вау! Нифига себе! Как я понял, мы должны упасть и причем долететь до самого низа живыми, ребят. Ладно, давайте попробуем. Я лечу, аккуратненько лечу, лечу, лечу. Где финиш-то? Какая скорость! Есть! Мы финишировали, ребят. Итак, ребят, тут у нас есть стрелочка еще вперед. Давайте попробуем, что нам тут нужно сделать. А, тоже вот так падать. Нифига себе, ребят. Я люблю такие реально классные оригинальные уровни. Так, полетели аккуратненько. Смотрите, сколько тут препятствий. О, господи, ребята, но мы еще живем. Стоп, застряли, что ли? Нет, выехали, отлично. Живем, друзья, еще пока что. Что с ногой было? Аккуратно. Где финиш-то? Вот он. Вот такой вот, ребят, классный фановый уровень. 5 звездочек, погнали дальше. Ну что ж, друзья, настало время роб-свинга. Давайте попробуем справиться с этим уровнем с первого раза. Я надеюсь, у нас это сделать получится. Итак, ребята, ну что за знак вопроса? Мы полетим сегодня или нет? О, полетели, зацепился, друзья. Куда-то падаю вниз. Аккуратно, друзья. Капец, вообще это жестко. Так, стоп,
схватиться. Есть, зацепился. Вот такие вот смайлики, ребят. Куда они нас ведут? Стоять! Куда падаем? Вау! Офигеть! Офигеть! Это финиш! Ё-моё! Вот это невероятно классный роб-свинг! 5 звёздочек! Погнали к следующему уровню! Итак, друзья, еще один роб-свинг на сегодня! Чё-то я делаю непонятно что! И я не долетел! Офигеть, друзья! А как? Может, сразу вообще туда надо было лететь? Что? О! Зацепиться! Стоп! Как вот мне ногу туда? Давай, подтянись, пожалуйста, братан. Оба. Реально, ребят, может сразу попробовать вот туда полететь как-нибудь? Может, получится? Ага. Что? Офигеть, друзья. Вот это роб-свинг. Так, роб-свинг. О, я застрял. Я просто застрял. Офигенно. Ладно, а как тогда реально пройти? Во, вот сейчас я, по-моему, сразу попал. Стоять в пушку-то, в пушку голову, офигенно. Жесть, чё за хардкорный, друзья, уровень? Оба, хорошо, вот сейчас, попал же нормально. Да, ну в принципе я живой, давай, давай, до финиша. Чё, мы не долетели, друзья, да, походу? Ладно, друзья, еще одна попыточка, полетели. Есть, хорошо, пофиг на руки, главное, что мы летим. И на финиш, пожалуйста, долетаем, нет, долетели, да, справились, ё-моё, ребят, 5 звёздочек, погнали к следующему уровню. А этот уровень, друзья, он называется Fight Club, друзья, получается, бойцовский клуб, ладно, погнали проходить, какой-то челик к нам прилетел, тут у нас парень, что, стоп, 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 офигеть, нифига он на нас прыгнул, ребят, с топором, хорошо, вау, ё-моё, ребят, там еще вот эта молотилка, капец, вот это было реально, друзья. Неожиданно. Ладно, теперь я понял. Так, поднимаем сразу колесо. Стоять, стоять. Самое главное, в молотилку-то еще, друзья, не попасть. Вот эти вот шипы острые. Так, увернулся этого парня туда. И сами назад. Хорошо, отлично, ребят. Хоба, перепрыгиваем. А, и это финиш. Вот такой вот прикольный бойцовский клуб. 5 звездочек, ребят. Погнали, посмотрим, что я приготовил для вас еще интересненького. А тут, друзья, нам предстоит проходить испытания на велосипеде, насколько я понял. Ладно, тут у нас надо медленно, друзья, это все проходить. Вроде как нормально проходим. О, гарпунчики, ребят. Оп, перепрыгнул. Или нет? Нет, ё-моё, ребят. А как, слушайте, нужно проходить те гарпунчики. Там нужно как-то разогнаться, друзья, слишком быстро как-то. Ну-ка, давайте попробуем на скорости. Оп, так, а мы остановились. Стоп, хорошо. Один гарпунчик уже выстрелил, ребят. Оп, а второй. О, хорошо, я как-то его, ребят, просто преодолел. О, прям в голову, ё-моё. Ладно, друзья, еще разочек пробуем. Максимально надо аккуратно здесь все как бы сделать. Итак, поехали. Стоп, 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 стоп. Хорошо, хорошо. Едем, едем, едем. Отлично, друзья. Так, а тут может быть сразу. Оба. Еее, хорошо. И вот тут поехали вот так. Как-нибудь проехал, друзья. Еще там мины, и вот он финиш. Хорошо, друзья, мы справились с этим невероятно сложным уровнем. 5 звездочек, погнали дальше. Итак, ребят, еще один Pogo Fight на сегодня. С первым и сразу же со вторым препятствием, ребят, мы справились. Прыгаем дальше с третьим. Хорошо, отлично, ребят. Дальше что у нас? Там мужичок какой-то стоит. Так, аккуратно, подвинули. Хорошо, вот отсюда. Прыжочек. Ой-ой-ой-ой-ой, секира там опасная. Но вот он уже финиш, друзья. Очень близко. Итак, прыгаем. Оп, стой, стой, стой. Еще прыжочек. Есть, и финишировали. Вот такой вот классный Pogo Fight. Погнали посмотрим на следующий уровень. А здесь, ребята, у нас роб-свинг. Вот это, друзья, начало так начало. Ладно, аккуратненько, попробуем со второго раза, друзья, пройти. Итак, поехали вниз, точнее, полетели, полетели, хорошо. Теперь ждем, ребят. Ё-моё, как эпично. И куда-то мы скатываемся, ребят. Капец, какая горка большая. А, это финиш, понятно, ребят. Ладно, погнали, посмотрим на следующий уровень. А здесь, ребята, нам предстоит кидать мячи. Итак, два мяча полетели, еще два полетели, еще два полетели, и мы не прошли. Да, друзья, надо как-то аккуратненько на самом деле кидать. Да почему по два мяча кидается, друзья? Оп! Да, ребят, надо как-то поаккуратнее кидать. Хорошо, так, отлично, сбиваем. Так, бомжа еще сбить. Хорошо, и теперь, друзья, только назад. Стоп! У нас есть два мяча, друзья, и нужно сбить двух. Две попыточки, все, они прошли, да? Оп, да! Ладно, еще разочек. Стоп, хоть по мужичку попал, отлично. Так, попал по деду. О, деда тоже сбили. Так, только назад теперь осталось. Раз, и последний. Последняя баба, ребят. Оба, стой, последний меч, ребят. Оп, не прошел.
Ладно, друзья, пробуем еще раз. Хорошо, попал. Полетели мечи, не попал. Вот сейчас, отлично. Деда, он зацепил. Так. О, два мяча, друзья, нет права на ошибку. А, стопэ. Хоп. Стопэ. Все, последний меч и последний. Есть, прошли. Ладненько, ребят, погнали, посмотрим на последний уровень на сегодня. А последний уровень, ребят, у нас Jetfall. И мы падаем сквозь горелочки, ребят, и летим, причем очень быстро. И прошли с первого раза. Вот так вот, ребят. Ну что ж, друзья, на этом ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Обязательно пишите в комментариях, какой из уровней вам понравился больше всего. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, подписывайтесь на все мои социальные сети. Ссылочки будут в описании, ВК, Инстаграм. Ну а с вами по-прежнему был Овер. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, болейте, успехов, спасибо за просмотр и пока-пока!